Всем привет, ребят. Ну что, настало время все-таки до конца вам показать, что могут новые таланты. Я вам их покажу чисто на архидемоне, на героях мы тестили на стриме. Отдельно вам засниму видос. Кому интересно, пишите в комментах. На архидемона эти, к сожалению, таланты топовые. IGG красавчики, мы повкачивали замедление, и тут только херась, и вот, пожалуйста, вам новые талантики, которые делают свои чудеса. В общем, поехали. У нас архидемон непростой, который у нас был на русском сервере. Как видите, я набил 3, 3 и 2. Архидемон с отражалкой и со станом цели. В общем, вот так вот. Что нужно для этого делать? Его нужно по максимуму замедлять. Ну, точнее, обездвижить, полностью вырубить, чтобы он даже не шевельнулся. Вот вам топовый состав. То есть, каким я бил. И как видите, тут Ансон Мак. Еще приблизительно где-то столько же набил, он меня перешел. И я уже потом просто затащил дальше. Вот герои. У меня только единственный укротитель, как видите, с замедлением стоит. Ну, все остальные просто с новыми талантами. Сейчас мы еще новый талантик поставим на укротителя. Я солью девятку, она ему нафиг не нужна. У меня на героях были девятки прокачаны, но, к сожалению, нафиг не надо. Вот так вот, ребят. Так, поехали, откроем. В чем прикол, сейчас расскажу. Честно говоря, просто жесть. Так, окей, есть. Попробуем сейчас улучшить наш результат. Так, ну не буду я пока качать девятку. Лучше оставлю для других героев, это не столь важно. Талантик наносит дополнительно еще один урон. То есть, по сути, ваш герой бьет один раз и сразу же бьет дополнительно 680% от атаки. И еще имеет бонус нанести одному фракционному герою рядом 680% от атаки. То есть, если был бы архидемон у нас с фракцией, мы бы три раза его били. А так получается, если у нас на замедление шанс срабатывания и урон от атаки зависит, а тут увеличение идет, еще дополнительный урон. Соответственно, рунами лучше всего, конечно же, ставить на героев. Я вам сразу покажу сборки героев. Вот такая вот сборка. Расколы. Ну, я еще потестирую наоборот расколы, потому что руны бравлера, то есть критового, они дают больше, чем раскол. Раскол 6800, это 7200 дает, по-моему. Ну, тогда атака у вас падает. В общем, такая вот сборка. Один герой. Кто там у нас еще идет? Вот такая вот сборочка. Тут стоит пакт. А почему пакт? Чисто для урона. Нету смысла сюда ставить, потому что герой вас не будет бить. Новые таланты срабатывают от удара рукой. А скилл они не влияют, поэтому сюда лучше сразу, чтобы он включился. Второй герой. Дальше. Тыковка. Вот такая вот. Третий. Арктика. Четвертая. Бигфута тестировал, но я без Бигфута набил больше. Огник. Сразу, чтобы включался. Еще на него тоже надо доролить. И рогатка. Аналогично. То есть такой вот состав, не знаю, если не повезет, ну два раза в принципе я бил, точнее даже больше, у меня он не срывался. Если получится, сейчас покажу вам. Вот точно тот же самый состав. Начинаем с огника. Вот он включился и кидаем всех. Ну, они должны синхронизироваться, то есть вот видите, смотрите внимательно, как я буду быстро его убивать. То есть вот все, максималка по урону пошла 500 у всех.
Как видите, у меня здесь только один укрутитель есть, который повышает дополнительно. Возможно, кого-то другого можно будет потестить, но посмотрите, за сколько мы сейчас, если второй не включится, за сколько мы второго убьем. У меня, как видите, здесь нету фракции, точнее смотрителя. По сути, он нафиг тут не нужен. Единственное, можно было бы красного собрать. Надо тогда кого-то красного поставить, но пока некого. Вот за минуту я, в принципе, должен его слить. То есть три босса я убиваю за 3 минуты. Ну и там пару секунд остается, потому что на первом у нас был разгон. Вот опять пошел разгон. Тут уже на максималке мы бьем. Сейчас у нас должно секунд так 5 остаться, если, конечно, он не включится. Ну, Леди Феникс здесь, конечно же, очень помогает. Возможно, он и не нужен. Можно кого-то другого попробовать. Можем сейчас на второй заходик его убрать, но я думаю, вряд ли. Хотя, в принципе, вполне вероятно. Может, и поставим рекорд. Если, конечно, третьего убьем и на четвертого перейдем. То есть даже не надо повышать, вот видите, 8 секунд, 6 секунд. Ой, я думал, что он уже включился. Ну, сейчас посмотрим, будет удачный или неудачный заходик. В общем, вот так вот, ребят, по сути, все поменялось, не надо там девятки даже качать. Толку от этого, в принципе, никакого не будет. Может, там немножко прибавка будет, хотя я очень в этом сомневаюсь, потому что, как видите, вылазят полностью 500-ки. Ну, где-то приблизительно идем точно так же. Вот, видите, включился, все, он сорвался. Не получилось, к сожалению. Ну, опять же, сколько мы там сейчас набьем. Видите, где-то чуть-чуть, пару секунд и все. Ну, 2,138, да, то есть давайте посмотрим по результату, что у нас получилось. Ну, 5-е место. Уровень вообще, опять же, то, о чем я говорил. Так, ну давайте попробуем, я не знаю, Леди Феникса убрать. Сколько у нас там еще? 22 часа, в принципе, я смогу завтра его еще бить. Давайте попробуем такой же состав. Так, ну тут нету смысла никого улучшать, то есть от этого никакого, в принципе, лучше результата не будет. Убрать тоже, по сути, никого. Можно укротителя убрать, вместо укротителя поставить ведьму. Ну, я думаю, то смысла тоже особо нету. Вряд ли она нам даст больше прирост. Укротитель все-таки. Химка, замедление. Можно, в принципе, как вариант химка, но там меньше. Стрелок. Ладно, пробуем такой вариант. Завтра поменяем что-то. Напишите в комментах, кого вы хотите еще увидеть. А, так, давайте. Так, раз. И выкинули всех. Самое главное, чтобы они его полностью обездвижили и синхронизировались. Как видите, он у меня сорвался. То есть, по сути, опять же, тот же самый Леди Феникс, Лазуликс, просто имба, герой для бездоната, который будет просто тупо помогать даже на таком вот архидемоне, с которым были проблемы у донатов и у бездонатов. Надо будет единственное попробовать, наоборот, поставить всем расколы, а рунами собрать 8-е там бравлера, пакты, ну, эти рунки. Сейчас вроде нормально идем, если не сорвется опять, то это плюс-минус мы одинаково будем набивать, потому что тут героя, как видите. Конечно, все рандомно зависит от того, сколько крита будет, даже на 1 секунду отстаем.
Надо будет потестить кого-то другого вместо Мишки. Еще вариант. Ну, хотя мы ему поменяли, в принципе, должно быть получше результат. Сейчас посмотрим. Если я таким составом, когда там не таким, а там стрелок, тыква, ведьма набивал, блин, около 3 лямов. Сейчас, как видите, составом, который, ну, вообще настолько укротитель один на усиление, по сути, ну, там все остальное. Ну, хотя тут рогатка тоже неплохое. Ну, надеемся, что он не сорвется в этот раз, и мы сможем все-таки больше выбить. Ну, сейчас, по идее, если все будет good. Да, сейчас мы побьем свой. Блядь. Ну, все как обычно, короче, ребят. Оставалось у нас нормальное времени. Забакланили опять. 149. Не смогли побить свой результат. 197. А, в принципе, ну, есть еще одна попытка. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Это, ребят, реально жесть, потому что я чувствую, скоро выйдут опять новые инваталаты, которые будут бить 10 раз. И придется их менять для того, чтобы было интересно на архидемоне. Ну, а в принципе, с другой стороны, это отличный вариант для без доната. Либо талант, либо рунки, и уже намного лучше будет результат. Даже руны поставите, будет намного круче. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.